Окружной общественный проект «Фестиваль театральное Приволжье» набирает обороты. В нем участвуют студенческие и школьные творческие коллективы из 14 субъектов. Сейчас проходит региональный этап. Актеры студенческого театра «Абрикосовый сад» поставили спектакль по повести Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней». На днях состоялась премьера. В центре внимания – жизнь обычной итальянской семьи с ее проблемами и горячим желанием решить их. Главные герои – дедушка и внук. Один мудрый, знает мир, а другой в начале жизненного пути и только начинает различать добро и зло. Танина! Поймал! Ну, снимай. Звезда. 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 Межвузовский театр совсем молодой, ему нет и года. Режиссер спектакля Дмитрий Миронов. Репетиции шли несколько месяцев. Победители объявят сразу в нескольких номинациях. Будут отмечены лучшие режиссерские и актерские работы. Постановки театров финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.